что-то нужно? Неподалеку обосновались разбойники. И ты просишь убить всех разбойников? Именно. Никто не должен выжить. Тебе сегодня везет. Я уже сделал все, что нужно. Вот твоя награда. Спасибо тебе. Сойдет. Нужно действовать осторожно. Thank you.
Надо проверить. Так, тут никого. На месте! Клянусь богами! Неужто все спали? Очки, не возвращайся. Да, Полимар. Что-то? Нет, украли. Стентер сказал, что тебя беспокоят лазутчики. Уж лучше лазутчик Афин, чем спартанец-предатель. Его нужно найти. Он унес с собой важные сведения. Где твой лазутчик? Он еще в лагере? Знал бы, сам справился. Вряд ли он еще здесь. Но уйти далеко он не мог. Стражник успел его ранить. Разве спартанец решился бы на такое? Возможно, он самозванец. Кто-то же портит наши припасы. К тому же наемников в Мегариде как грязи. Да и кто бы стал предавать Спарту? Я найду его и твою табличку. Ты не видел, куда он пошел? Говорят, в сторону холма. Там легче скрыться от преследователей. Дашь еще какой-нибудь совет? Здесь идут жаркие бои, но Спарта выигрывает. Мы оттесняем афинян, но из-за войны леса и горы стали прибежищем разбойников и наемников. Нет, насчет того, где искать лазутчика. Он ранен, а в лесу неподалеку есть ручей. На его месте я бы пошел туда. Скоро я вернусь с табличкой. В горах и лесах Мегариды опасно. А у него должны быть пособники. Я без труда разберусь с лазутчиком. Прощай. Это вор. Конечно, достал. Но на обратном пути меня ранили. А, вот жалость-то. Но нам нельзя медлить. К тому же меньше народу, больше наград. Засядься! Ты же не будешь! Ай!
Смертоносный друг. Спасибо. Что? Что тебе нужно? И кто ты? Я тот, кто заберет у тебя табличку. Зачем ты украл табличку? Мне заплатили. Кто? Один наемник. Герканес, ясно? Дал мне спартанскую форму и сказал, что делать. Пустяки. Как ты пробрался в лагерь? Спартанцы слишком уверены в своих. Их ослепила гордыня. Глупцы. Отдай мне табличку, или я не уйду. В этой войне нет победителей, но есть возможности. Не хочешь попробовать договориться? Отдай табличку. Или я убью тебя. У меня нет сил. Вот, возьми ее. Нужно вернуть табличку командиру. Если меня тут заметят, будет плохо. Тебе конец. Нет!
Убедитесь, что спартанцы на месте. Ну, ты нашел предателя? Не беспокойся о предателях. Он был лазутчиком и работал на Гирканоса. Гирканос. Который раз я слышу это имя? Должно быть, он уже купается в золоте афинян. Табличка у тебя?
Элла! На! Давай, давай! Надеюсь, меня еще не заметили. Элла! Давай! Стой! Опасное место. Huh.
Похоже, лазутчик Стентера. И у него... Что тут случилось? Какое тебе дело, Мистий? Быть может, ты что-то знаешь? Тогда ты был бы уже мертв. Но тебе повезло. Я хочу помочь. Меня прислал Стентер. Ты от Стентера? Спарта не подчинила Мегариду. Пока. Я могу свободно передвигаться по региону, а спартанцы нет. Мы не ожидали от афинян такой стойкости, но они все равно падут. Перед Спартой, да, я уже знаю. Но пока этот славный день не настал, нужно понять, что случилось. У тебя есть идеи? Пока нет, но будут. Взгляну поближе и выясню, что случилось. Опытных солдат перебили, всех до одного. Разбойники бы не справились. Припасы пропали. Убийцы рядом. Они не взяли повозки. Похоже, они пошли сюда, в лес. Здесь больше ничего не найти. Нужно вернуться. Афини не постарались? Я нашел осколки кристалла. Разбойники. Из-за войны они осмелели, а в горах полно пещер. Афинине вместе с припасами забрали бы и повозки. А разбойники не одолели бы умелых спартанцев. К чему ты клонишь? Не знаю. Тот, кто это сделал, ушел в лес. Сначала поищу там. Вот они. Где-то рядом готовят еду. Oh.
можно принять участие в вашем собрании? Что? Что ты? Прошу, уходи! Вы не похожи на убийц. Спартанцы ошиблись? Что? Нет, нет, ты не понимаешь! Что тут понимать? Все предельно ясно. Прошу, позволь мне все объяснить. Почему бы мне не убить вас и не вернуть припасы? Умоляю, я расскажу тебе все, что захочешь. Более жалких воров я не видел. О, боги, нет! Мы жители Мегары. Прошу, пощади. Мы и так страдаем из-за войны. Так же, как вы пощадили спартанских солдат? Мы невиновны. Герканос велел нам забрать еду и обещал все устроить. Герканос? Да, он наемник. Он сказал, что добудет еду, что афиняне никогда бы не позволили своим людям голодать. Объяснитесь. Не стоило вам злить спартанцев. Нет, мы не крали. Это наша еда. Наш урожай. Они забрали ее всю. Дети голодают. Ли убить воров? Хороший пример для детей. Убить? Нет. Прошу, мы никого не убивали! Мисти сказал нам, где найти еду. Солдаты уже были мертвы. Хватит! Я не разговаривать пришел. Время споров прошло. Я ищу виновников преступления. Отойдите. Я не хочу вас убивать. Я должен вернуть припасы спартанцам. Ты сделаешь это только через мой труп. Не надо так. Возьмите часть еды. Я скажу, что вы мертвы, и верну то, что останется. Они будут довольны. Но еда, что будет с нашими семьями? Если вы умрете, им не станет легче. Прислушайтесь и больше не воруйте. В следующий раз за вами приду не я. Да, Мистий. Спасибо. Скорей, берите, стой, что можете, и ступайте. Ну. Хорошо, они не стали драться. Я не в настроении убивать голодающих. Нашел виновных. Я нашел ваши припасы и голодных мегарцев. И? Вы лишили их еды. Бросили голодать. Припасы необходимы нам, чтобы освободить Мегару от афинян. Голодные мегарцы вам больше не страшны. Но есть кое-кто еще. Слышал о наемнике по имени Герканос. Герканос? Да, ходят слухи, что он работает на Афины. Все это сделал он. Эти наемники настойчивы, должен признать. Ты справился, но для защитника Спарты есть еще задание. Что вы задумали? Найти его. Продажные шавки не посмеют мешать планам Спарты. Если вы такого мнения о наемниках, зачем вам я? Прости, этот человек Герканос как заноза в пятке. Он угроза для всех спартанцев. Прошу, помоги нам. Хорошо.
Если он так опасен, награда должна быть достойной. О да. Представь, сколько Афины заплатили ему, чтобы он помешал нашим планам. Пожалуй, ты прав. Знаешь, где его искать? Он может быть где угодно, но, скорее всего, недалеко от Афинин. Мы отправили дозорных, но они не вернулись, а у нас сейчас каждый воин на счету. Иногда наемник может быть полезней. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Может, когда-нибудь я смогу отблагодарить тебя.
лагерь Гирканаса. Мое время пришло. Сбей его! Сбей! Это война! Вот он! Да! Достойно. Мне стоит чаще охотиться на наемников.